Ульяновск – город труда. Так было, так есть и думается, что так будет всегда. Многие молодые ребята нашего региона после окончания девятилетки охотно поступают учиться на рабочие профессии. Также немаловажным фактором, стимулирующим к освоению профессии, является показ своих навыков на национальном чемпионате WorldSkills Russia. Участие в чемпионате – это проба своих сил, насколько они освоили свои профессиональные компетенции, освоили знания, необходимые для того, чтобы потом успешно работать по полученной профессии специальности. Ну и, конечно же, это репутация хорошего специалиста для наших работодателей. Если он принимал участие в различных чемпионатах по профессиональному мастерству, это тоже показатель его качественной подготовки. Сегодня технические специальности среднего профессионального образования очень востребованы и оплачиваемы на рынке труда. Студентка второго курса Женя Апимах учится на довольно сложной, но и в то же время творческой специальности – техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных систем. Трудностей девушка не боится. Упорство и стойкость помогли молодому мастеру попасть в пятерку лучших по России в своей компетенции. Своя машина в семье есть? Есть. Сами красили? Еще не красила, но скоро буду. Хорошо. А хотелось бы что-то вообще в будущем создать свою жизнь, вот открыть дело свое вот по именно... Конечно, это очень перспективная работа, я считаю. И если нравится работа, то обязательно все получится. Евгений Иванов обучается по специальности эксплуатации и ремонт сельскохозяйственной техники. Молодой человек родом из сельской местности, поэтому и выбор специальности был близок к тому, что юноша видел каждый день в детстве в созидательном труде родных и близких. В мечтах быть молодым фермером, иметь себе технику, свои земли, поля. Вообще, насколько актуально сегодня вернуться обратно вот в село? Есть вероятность, что ты вот поучишься и вернешься обратно? Ну да, есть вероятность, да. То есть все-таки нравится, да? Да, нравится. Где родился, там и пригодился. Да. Максим Горбунов окончил только первый курс авиационного колледжа, но ему уже есть что показать своей профессиональной компетенции. Он победитель регионального чемпионата WorldSkills в Ульяновской области. В Уфе молодой человек будет бороться за победу в числе шестерых сильнейших по его специальности. Это очень хорошее продвижение по карьерной лестнице. Оно дает хороший такой лифт. Ну, хорошие знакомые, естественно. Да, сейчас у меня много появилось. Ну и вообще очень по жизни развиваюсь. Я знаю многое уже для первого курса. Напомню, финал 9-го национального чемпионата профессиональных компетенций WorldSkills Russia пройдет в Уфе с 25 по 29 августа. Региональную сборную нашего края будет представлять 11 молодых ребят по одному в каждой специальной компетенции. Подготовительные и тренировочные занятия все участники выполняют на базе межрегионального центра компетенции WorldSkills в Ульяновске. Антон Никонов и Герман Баранов, Улправда ТВ.